Петербургский театр балета Бориса Эйфмана впервые выступит в Турине, сообщает РИА Новости. Выступление состоится на сцене прославленного театра Реджио, где театр представит рождественскую программу. Кроме того, зритель увидит знаменитые балеты «Анна Каренина» и «Евгений Онегин». За всю историю существования театра Эйфмана в Турине он впервые. После завершения итальянских гастролей балет Эйфмана выступит в Петербурге в рамках официальной программы «Балет и танец» 4-го Петербургского международного культурного форума. 16 декабря на сцене Александринского театра состоится показ балета «По ту сторону греха», поставленного по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы».